И мы видим, что в самом деле сезонность все более и более выраженная. В зимний период времени, в зимний холодный период времени, так скажем, в северо-полушарии он был в Европе, в холодный период времени для южного полушария он был в южном полушарии. Это как раз вот характеристика респираторных вирусов с выраженной сезонностью. Ну и когда в северном полушарии наступили холода, наступила осень, он вернулся в северное полушарие. Это говорит о том, что он будет приходить, скорее всего, каждый год, то есть он встраивается в цепочку и будет активничать вот именно в холодный период года. Мы надеемся, что он встроится в тот ряд, который активничает, так скажем, до середины зимы, и потом уступает место гриппу, и гриппом завершается весь этот сезон. Но вместе с тем острореспираторные вирусы хозяйничают, как правило, весь холодный период года, поэтому до весны говорить о том, что он совсем куда-то уйдет, нельзя.